И всем привет! С вами Дитерамс, и мы продолжаем проходить Siphon Filter 3. И узнаем, что нас сейчас ждет. Да, у нас продолжение прошлой миссии. Тереза должна спасти семью убитого некоего Эрла Дактона, судя по тому, что мы в прошлой серии знаем. Так. Да, вот эти NSA нам нужно убивать всех людей. Kelly, this is Lapon. Lapon? Thank God. I was ambushed by two militia members. They knocked me out and tied me up. I'm on their property, but I'm not sure where. Don't worry, I'll find you. Конечно. Somebody help me! Так, вот этих можно убивать. Давай. Я хочу сделать перезапуск, чисто попробовать спасти этого мужика. Может быть, в этот раз они уже не будут меня убивать. А, понятно, его не спасти. Я думал, там есть шанс его спасти. Он просто мгновенно умирает. Так, а сейчас вот еще меня убил, офигел совсем? Типа борзевший. Да, я знаю, что ты какой-то там агент. Да. Местами, конечно, текстурки лезут, к сожалению. Ну да ладно. Не так это страшно. Дебюх, ты сам самоликвидировался или как? Забавно. Он либо сам самоликвидировался, либо его кто-то самоликвидировал. Хотя если его кто-то даже не самоликвидировал. Нормально. Нормальненько. Оп-оп. Здесь ничего. Вот в этих ящиках. К3, Г4. Хорошо, конечно, но мне бы броню игра. Обычно ты столько брони даешь. Сейчас ты где все брони? Игра, не надо жадничать, мне на броню. Мне броня нужна. Причем в больших количествах. Хотя бы в одной штуке, в количестве одной штуки. Да хотя бы половинку брони. Как так? Вообще без брони. Походу Терезу не очень-таки уважают, раз броню ей не дают. Ну, конечно, вот это... Where did Oakton hide the satellite data? What satellite? Just leave us alone. Wrong answer. Ага. Так, сейчас я перезапущусь. Я просто не знал, где этот находится. Хочу попробовать его спасти.
Не знаю, скорее всего, у меня такой цели нет, раз у меня не написана такая цель. И мне не зачли поражение. Where did Oakton hide the satellite data? What satellite? Just leave it alone. Wrong answer. Понятно. Я хочу именно спасти его. Надо нормально прицелиться в голову ему. Хотя сначала надо убить того, второго. Я думаю, надо вот таким вот сделать. Таким вот. Where did Oakton hide the satellite data? What satellite? Just leave us alone. Да, ты чего делаешь? Неадекват. Нет, я спасу этого мужика. Не знаю, может так сделать? Where did Oakton hide the satellite data? What satellite? Just leave us alone. Так. Ага. Это сделал. Вот интересно, это что-то дает? Кроме целого ни хрена. Так, ну за броню спасибо, игра. How do you feel, Mr.? It's Floyd. I'm a little woozy, but I'll get by. Listen, Floyd. Oakton's dead, and his family's in danger. I'm here to get them out. Do you know where they are? They were at the house earlier, but if Dusty's as smart as I think, he's probably taking Debbie to the bunkers. Great. How do I get there? There's a duct way over in the corner. It'll take you to the warehouse. You should be able to find your way from there. Прелестно. Не особо понял, что он нам сказал. Но что-то он полезное сказал. Но судя по тому, что его не обязательно было спасать, возможно, я мог бы это каким-то другим способом узнать. Только куда мне отправится игра? Не шути мой разум. Я не понимаю тебя. Это, видимо, делается не в этом здании. А, ну да. Я же не мог запрыгнуть туда, где тупо стена стоит. Так, ну я на складе, допустим. Что я делаю на складе? Объяснений этому нет. Ты куда разворачиваешься? Она выпрыгнула, замечательно. Но что это нам дает? А ничего нам это не дает. Потому что я не знаю, куда мне идти. Ты что? Не пугай меня. Так, я слышу, он что-то говорил про какой-то угол. Значит, где-то в каком-то углу что-то находится. Может находиться, точнее. Может быть, в том помещении, где этот стоит, где он, собственно, и находится. Ауч, будет? Наверное. Но тут я ничего не вижу. Может тут? Из этого помещения выходов нет. Выходов нет. Ну по карте где-то здесь что-то есть. Но это только по карте. Но это не развивается. Ух ты ж. Прям пыточная какая-то. А! Конечно. Конечно. В углу дырка. Внимательный человек я знаю. Commander Silvers, this is Lieutenant Brown. Come in, sir. This is Silvers. Report, soldier. The warehouse compound is secure, but those rednecks took out Lieutenant Pepin. Пока неудачник. А патроны мои? Чё, сожрал мои патроны, гад? Охренел, что ли?
Как так? Ладно, я могу, в принципе, осмотреться. Мне кажется, что тут может быть довольно опасно. Просто так вылезать. Хотя ладно. Where's that data? Oakton has it. Just let us go. We didn't do nothing. Так, чекпоинт далеко был? Да ладно, одного спас. В принципе, что я, нанимался, что ли, спасать их? They killed my brother. Look, I need your help. I don't know nothing about any satellite. All I know is we caught one of your agents. You found Agent Kelly? Is he okay? Where can I find him? We just roughed him up a bit and stashed him under the stairs near the well right before we were captured. Right. Get out of here while you still can. Так. Что-то обновлено. Понятно. Ничего особо полезного я не узнал. У меня не было задания спасать всех их. Have you located the satellite data? It's not in this warehouse. I suspect it's somewhere in the south compound. Lieutenant Quinn is at the south compound right now. Rendezvous with him and find that data. I'll stay here and keep this area secure. Send Kennedy and Zani here for backup. Yes, sir. Logan, come in. This is Lapan. I read you. I found Silvers. What should I do? Take the homing beacon I gave to you and find a way to plant it on Silvers. You need to be quiet, though. Don't tip him off. Can you do it? Consider it done. Пошел стелс. Судя по всему, мне надо запрыгнуть вот сюда вот. Agent Steinkraus, have you found the data yet? Not yet, sir. I'm interrogating one of Oakton's captains now. I'll report back. Out. Так. Убивать их, я так полагаю, не то чтобы стоит. Верно? Silvers to all agents. There's a rogue agent in the perimeter. Shoot to kill. Взял, заложил на него что-то. This is Agent Quinn, sir. We have a visual on Debbie and Dusty Oakton. They're headed into the bunker. Get that bunker surrounded. I'll be right there. Lapan, come in. Silvers is bugged. Good work. I'm reading a strong signal. Now get the hell out of there while you still can. I'm not done yet. All right. Out. Так. Ауч. Вот я, видимо, какой-то маячок подсадил на этого капитана вот этих вот террористов. И, а, собственно, в этом была цель. Там кто-то за ним проследит и сможет его найти. Наверное. Может, и нет. Кто знает. Тереса, это ты? Келли. Да, hurry up and untie me. Let's get you out of here. Я вот их не заметил. Ч пушку спер? А, ну ладно. Where are you going? Let's get out of here. I can't. I have to get Oakton's family out safe. Don't involve yourself in this. Okay. Take care of yourself, Teresa. Пушка. Он спер. Хоть, ну, будем считать, что она ему пригодится. Так, я не знаю. Колодец. Кап-кап.
Can we get out through the north end? It sounds... Stop right there! Kneel on the floor if you want to live! You got 10 seconds before I blow your head off. Да. Что мне надо было сделать-то? У меня как бы кнопка X это кнопка стрельбы. Jeb, can we get out through the north end? Stop right there. Kneel on the floor if you want to live. You got 10 seconds before I blow your head off. Какую кнопку-то? Что-то непонятно. Может быть, просто свалить мимо них? Конечно, не очень хорошая идея. Но если не действует у меня ничего. Или управление. Давайте попробуем так. Can we get out through the north end? Stop right there. Kneel on the floor if you want to live. You got 10 seconds before I blow your head off. Who are you? Why are you trying to kill us all? I'm with the ATF. I'm not here to kill you. I'm just trying to get Oakton's family out of here alive. George, she must be the one who saved your ride near the warehouse. All right then, stand up and take this. It should help you with the ambush up ahead. Thanks. Понятно. То есть мне нужно было просто как бы в приседе находиться. Так, нет. Ну да, мне же надо было принять. Так. Замечательно. Они мне дали М79. Хорошая пушка. И пол. Фига себе вас тут. Мне нужно просто получается прорваться мимо них. О, отлично, чекпоинт тут дали. А в 89 5 гранат, да? Одна граната, понятно. Нет, даже с 5 не был уверен, что стоит их использовать. Одну. И спокойно все пошли дальше. Да. А, наверное, вот сюда предполагалось использовать эту штучку. Которая гранатомет. А ты что ты стреляешь в меня? М. Давайте потратим эту штучку. Не знаю, когда мне она предполагалась,
что нам не понадобится. Давайте сейчас их сразу потратим. О, да! Какого черта? Почему оно так происходит? Обо что я сдох? Вы не можете объяснить? Там кто-то уже выпустил откуда-то. Нет? Не хочешь? Мужик, ты откуда-то выпасть должен был. Ага. Пока неудачник. Ладно. Будем считать, что мне не обязательно убивать их всех. Сюда? Не сюда. Так, а карта? По карте далеко мне еще. У-у-у. Чего же столько-то развелось? Как мне пробраться туда? Почему эти неадекваты по мне стреляют, я не понимаю. Сколько у меня М79? У меня есть задание не убивать этих. У меня нет такого задания. Что если они сейчас попытаются у меня стрелять? Who the hell are you? I'm ATF. I'm here to help. Earl Oakden is dead, and his family is in danger. I need to get to them. Well, you're a little late. They're being held in that building, and we can't get by these snipers. I can take care of the snipers. We're with you, then. There's two on the roof, one in the balcony. Замечательно. Два на крыше, один на балконе. А вот и... Нет. Чё снайпер бегает? Мне одному кажется, что снайпер не должен бегать. Или у вас тоже есть такое мнение? Ой, да иди ты нафиг. Короче. Пока. Козлы. Достали. Серьезно. Бегают и бегают. Бегают и бегают. Бегают и бегают. Get her!
А что ж ты... Как ты... Кого вы там... Чего тут делать вообще? Недогода. That Dusty is a smart kid. He took his mom into the bunker and pulled that dirty mattress over the entrance to hide their escape. Так, они не здесь. Окей. Тут они все говорят про какой-то бункер, значит нам, видимо, в этот бункер и надо забункериться. Так, давайте возьмем. Нет, вот эту штучку. Наверх я не поднимусь. В дом я не ворвусь. Вот сюда. Сюда я тоже не попадусь. Мне поговорить с этим? Выжившим? Или толку нет с ним говорить? Не, ну здесь вполне логично, что может быть вход в бункер. Может быть я опять невнимательный? Так, вход в бункер. Не вижу. Вход в бункер. Вот это что ли? Я думал, это матрас. А, ну да. Это и есть матрас. Ну а на этом я благодарю вас за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.